В немецком национальном районе 3 семьи, в том числе 6 несовершеннолетних детей, остались без крыши над головой из-за сильнейших пожаров. 4 октября в райцентре Гальпштадт пожар охватил двухквартирный дом, который оставил на улице сразу 2 семьи. В одной из них воспитывается несовершеннолетний ребенок. По словам очевидцев и сотрудников МЧС, жилое здание полностью выгорело всего за 30 минут. В результате случившегося повреждены крыши, перекрытия, стены строения. Площадь пожара составила около 200 квадратных метров. Предварительная причина происшествия – нарушение правил монтажа электрооборудования. К счастью, случаев гибели и травмирования людей удалось не допустить. Днем ранее в селе Полевое та же участь постигла многодетную семью Сомовых. Пламя охватило жилой дом, которое перекинулось на крышу от загоревшегося сарая. Причина пожара, как у погорельцев из райцентра, неисправная проводка. Елену и Ивана, хозяев дома и родителей 5 детей, разбудил неизвестный, который заметил пожар и стал стучать в окна. По словам Елены Сомовой, именно это спасло их большую семью от неминуемой гибели. Парень разбудил, у вас сзади все горит, а у нас сарай с домом вместе. Горел сарай. Муж побежал в сарай скотину, какую смог спас. А я вот детей к соседям унесла маленьких, вернулась с документами, кое-какие вещи и вытянули. Сейчас погорельцы находятся у родственников и нуждаются в помощи, одежде, посуде и предметах первой необходимости. Все, кто готов оказать поддержку, могут обратиться в администрацию села Гальпштадт или по телефону, который вы видите на экране.